И сегодня же парламентарии приняли несколько кадровых решений, в их числе в отношении исполняющего обязанности министра экономического развития Дмитрия Радионова. Прежде чем голосовать за или против того, чтобы он потерял приставку ИО, депутаты буквально завалили его вопросами. Все они, понятно, касались экономического благосостояния Карелии, в частности, поддержки местных товаропроизводителей. Радионов отвечал без заминки. Первая мера – это имущественная поддержка. То есть мы предлагаем внести изменения в наше постановление 44П в плане установления льготных арендных ставок государственного имущества именно для розницы товаров местного производства. Тем самым увеличить количество точек продаваемых товаров. В итоге парламентарии единогласно проголосовали за утверждение Радионова в статусе руководителя карельского Минэка. Дело за главой республики подписать соответствующий указ. Кстати, накануне указ о назначении был подписан Парфенчиковым, но в отношении другого чиновника с приставкой ИО. Со вчерашнего дня Владимир Лабинов назначен заместителем премьер-министра правительства республики министром сельского и рыбного хозяйства региона.